до нас вже до студії завітав мандрівник-рекордсмен Артем Чепурной. Доброго раночку. Доброго ранку. І одразу хотілося б запитати детальніше про свій рекорд. Розкажіть, як так сталося і взагалі як на це наважилися? Ну, рекорд не только мой, он даже в первую очередь сына. Он, конечно, без нас это его бы не осуществил, но так семейный получается. Вот. А получилось так, что всегда была мечта в кругосветном путешествии. Ну, наверное, у каждого. Каждый там с книжки Жюль Верна или с какого-нибудь там инстаграм-блогера. Всегда мечтает облететь шарик. И такая мечта была у меня. Просто сложились как-то пазлики о том, что надо или сейчас, или чего откладывать дальше. И был один, как это, маленький нюанс, но это не нюанс, это Денис, которому тогда был год. Вот. И для многих ребенок, в принципе, это что-то, которое обрубает там мечты, планы, переносит на будущее, потому что это как дополнительные хлопоты. А у нас в семье как-то завелось, что с появления него, наоборот, даже мы больше раскрываться начали. И мы решили, почему бы не сделать эту мечту сразу же втроем вместе с маленьким ребенком. Класс. А как дитині подорожі? Отлично. На самом деле, у нас даже целый блок могу провести семинаров, как ребенка приучить путешествиям, если хотели, или как показать ребенку мир или научить его смотреть. Мы просто начали путешествовать, когда ему был один месяц, на самом деле. По Украине, в машине, то есть, в принципе, мы смотрели, насколько ему комфортно это. Мы поняли, что ему комфортно передвигаться на автомобиле, ему комфортно смена мест, ему классно, он кайфует от того, всего-то нового, что происходит вокруг него. Попробовали на самолете слетать, тоже на короткое расстояние. Отлично. Ну и замахнулись уже на кругосветку после нескольких маленьких поездочек. Так, а чи були якісь складнощі? Ну, там, чи, можливо, якісь некомфортні обставини, чи ще щось, що йому було важко сприймати? Давайте, наверное, у мене вони були більше, і при цьому вони були, наверное, зв'язані чисто з частотою переміщень, тому що... Ну, ребенок — это много вещей, так. Это большой чемодан, и в нем 80% вещей детских, то есть один годик, это еще памперсы, там пароварку мы свою какую-то мини таскали и так далее, вот своего мало, и это все надо носить. Так как он мелкий, жена отвечала больше за ребенка, катала его, а мне надо было с двумя чемоданами 52 дня по улицам там Токио, Бангкока, с ними как бы таскаться каждый день, потому что мы же передвигались, то есть это не формат пляжного отдыха. Это было даже не скорее неудобство или сложность, как бы просто необходимость физической нагрузки. Она для кого-то может быть не очень приятной, поэтому нам... От хотіла уточнити, навколосвітня подорож, це ви були абсолютно в усіх країнах світу, чи перетнули просто от земну кулю по... Ну, по екватору. Перетнули земну кулю по екватору, да. Суть у кругосветного путешествия, там разные есть правила, есть британское сообщество, что надо посетить там несколько континентов, пересечь экватор. У нас это была больше жюльверновская история, то есть надо было вылететь с Киева и вернуться в Киев с другой стороны. Класс. При этом мы вылетели в шарик. Так, а с Киева вы куда вперше за все потрапили? Европу, мы полетели в Испанию и в Португалию, ну так это больше старт, наверное, как таковой, отправная точка дальше. И полетели уже на США, много по штатам, через все штаты потом переехали. Летели в Японию, Таиланд, Эмираты, ну и вернулись домой. И потом до Киева. Да. А где сподобалось наибольше? Ой, классический вопрос, я не могу ответить на самом деле, я могу сказать везде, включая даже Киев, я очень люблю наш город. А, больше понравилась, наверное, контрастность, то, что Америка — это один мир, Япония — другой, Азия — третий. Вот в кругосветке ты понимаешь, во-первых, что мир не такой большой, он вот он, а и он очень разный, и его хочется еще больше изучать после этого. Так, дивись, питав до чого? До того, що от в Києві це одне життя, так? Коли ти потрапляєш, наприклад, там, Житомирську область, це трішки інше, а потім ти потрапляєш у Штати, і це взагалі інше. От ти, як людина, навчився чомусь у подорожах, що привіз з собою в Київ? Можливо, це якась зміна менталітету чи свідомості? Адже подорожі – це, ну… Абсолютно точно, звісно. На самом деле, ради общения з людьми, наверное, ти путешаєш в першу чергу. И ты многих национальностей, многих людей можешь научиться многому. Например, те же японцев можно научиться быть, ну, таким, как это, очень корректно вежливым или таким приветливым, но при этом держать свою какую-то семейную личную дистанцию, например. У американцев можно научиться просто быть супер предпринимателем,
но при этом не брать у них какую-то фальшивость, да, вот это вот есть при примеси. То есть во всех национальностях какие-то классные штуки. В Азии это просто ощущение безумного счастья, когда у тебя вообще ничего нет за душой. Класс. Без копейки ты счастливый, все классно, есть солнце, есть океан, и здорово, например, да. Вот. И это вот по кусочку. И в разных национальностях. На Балканах это веселье какое-то, радость, там, любовь к природе. Норвежцев это безумная любовь к природе, единение просто какое-то такое с каким-то самим собой. В общем, ну, по-разному. Наверное, из того, что ты спрашиваешь, именно в кругосветке, самая такая национальность, которая необычная, это вот японцы. И много так. стереотипов про них поразрушалось. Некоторые. А какие? Вот многие стереотипы, что, например, японцы работают на одной компании там, всю свою жизнь, потому что они супер любят эту компанию. Может быть, когда-то так это было, а сейчас это там больше обусловлено финансовыми моментами. У них есть два вида пенсии, государственная и от компании. Так. И государственная маленькая, а от компании большая. И, соответственно, это просто... Видно стажу работы. Да, и, соответственно, они просто, ну, если будут уходить с работ, они потеряют важный элемент своей пенсии. Поэтому это как бы сдерживающий фактор. Слухай, це досить-таки, ти знаєш, цікавий інсайт, ну, про це ніхто не казав, а от як вони роблять? Тобто, він працює все життя на одній компанії, тому що нараховується стаж, а якщо виникає таке, що йому потрібно піти в іншу компанію, цей стаж залишається? Ця частина пенсії? Ні. В цьому-то і діло, ні. І платить одна компанія. Там, може, більш складна система, ну, со слов японців. Хоча це, опять же, не останавливает современних японців. Це другий стереотип. Так. І глобалізація міра, вона поглощає японців в тому числі. Тобто, молоді японці вже починають уїжджати, міняти роботи. Тобто, вони не приходять к пенсії. То есть это как вот, наверное, можно по аналогии с Украиной провести. То есть раньше там, в Советском Союзе, после него есть какой-то план жизни, там та-та-та, дача, работа, пенсия, обязательный момент, и вот это единое связующее звено. Сейчас, спроси у молодых людей, наверное, они меньше всего думают о ней, и в принципе уже сейчас стараются какую-то делать себе подушку безопасности финансовую и так далее. То же самое у японцев. У нас был яркий пример, когда японка приехала в Таиланд, и она работает в колл-центре. То есть это работа, ну, не супер наша, как бы у нас там топ-менеджеры обычно переезжают. Там просто колл-центр перевезли в Таиланд там для, ну, улучшения налогообложения, и все, японцы переехали, живут в Бангкоке, здорово. Класно, ще з нашим там славянським парнем вона живет, тому з ними і познайомились. Клас. Цікаво запитати також, скільки на одну країну, от на кожну, виділялось часу? У загальному цьому навколосвітньому тріпі такому. О, здесь прагматичний підход. Де нам було інтересніше, ну, де страна більше, там дольше. Ага. Да. Тобто ми були вже в Європі до цього, тому це був такий проміжночний пункт, там, дати дитинку можливість там, по Атлантичному океану побігати. А в Штати велика, інтересна страна, там було багато часу. Японія – безумно інтересна страна, більше часу. Азія вже поменше. Ну, і Емірати так теж, опять же ж. Дати можливість в теплій воді побігати, а не в Атлантичному океані. Ти коли про це кажеш, я уявляю, що я їду, знаєш, кудись у подорож і просто у морі. Згадали Штати, ти сказав, що у них можна навчитися тому, щоб стати підприємцем таким, так? Ага. На всьому заробити. Але ти кажеш, щоб не брати у них фальш. Який фальш? От іменно отношення чоловік-чоловік. То есть вот чего, например, в Японии не будет, это если тебе, вот, ты неприятен японцу, или там, ну, вот он не хочет тебя впускать, он это покажет культурно, правда. Вот это у них можно научиться. Культурно так. показать, что камон, стоп, как, давай. А у них есть по мне жесты? Чи это самый цель? Не, вообще жестов нет. Вот как раз у них очень сдержанность. Этого мы не умеем этого. То есть я разговариваю, у меня тут несется, и то я не самый эмоциональный человек. Японец, он будет такой очень сдержанный. Хороший могу пример классный из жизни японцев рассказать. Они очень сдержанны, даже отказывают вежливо или даже соглашаются вежливо. То есть мы, например, проходили по парку, и была свадебная фотосессия в кимоно. И мы у нашей японки там местной спрашиваем, можно с ними там их сфотографировать? Она говорит, это вообще запрещено, они никогда не соглашаются. Вот. Но я не постеснялся, таки пошел к фотографу, спросил, и они как-то ответили, вот, не шевелясь, вообще вот шевелясь, стояли. И потом мне говорит фотограф, да, они безумно рады, сфоткаемся с ними. Хотя вот этого не видно, что они безумно рады. Они так, ну, то есть им самим было очень приятно, но молодая пара попалась. И вот такой момент. А в штатовцев ты можешь подойти, говорим, давай сфоткаемся, они скажут, о, давай. И при этом говорят, вот там вонючка, условно говоря, не нравится ты мне, но он будет фотографироваться, улыбаться, и при этом у него будет это все не настоящее. Я не говорю про всех, просто это разные паттерны поведения. То есть тут человек неприятен, тут тебе по-политически так очень корректно скажут, что нет, а американец никогда не скажет, при этом он лучше на тебя денег заработает. Ну,
Опять же, если обобщаю. Ну, це неплохо. У них по бізнесу дуже класно, навчитися у них можна. Слухай, ну, якщо ми кажемо вже про інсайти, про японців ми поговорили. Чи є якісь інсайти про Штати? От чому вони тебе навчили? Ой, ты знаешь, мне Штаты в первую очередь все-таки не как люди понравились, а как страна, природа. То есть у меня на обалденная природа, эти каньоны, нацпарки. И научила, то есть опять же, их, ну не как любовь, там слово такое, больше к людям относительно, их отношение к природе. То есть нацпарки ничего не уничтожают, ничего не ставят. То есть у нас есть чего у них поучиться в плане социальному, в плане обустройства своей там страны. И так далее. То есть есть нацпарк, они сознательно убирают оттуда там, слово генделок, тоже не люблю, кафешки пусть будут, да. Палатки. Вот, палатки убирают. То есть вот ты идешь между секвой этих много там вековых, и там тебя не портят там кофейными автоматами, так хотя они же зарабатывают деньги на все. Так. То есть они сами себя рубят как бы. При этом есть, ты хочешь кофе, но тебе надо куда-то отъехать, выехать, там купить, но ты, они не будут портить именно вот эту экосистему. Вот это, наверное, на первую очередь поражает. Так. При этом ну, дорожки, все это создано для людей, ну, очень классно. Тобто больше для людей саме? Да, то есть защита, то есть несмотря на то, что у них все сосредоточено на бизнес, все равно есть равно с природой отношения очень ну, правильные, что ли, наверное, сказать. У нас надо, это, не только у нас, можно поучиться у многих. Тобі вдалося дізнатися секрет, як же ж американці можуть заробляти на всьому? Ой, ну я просто сам такой, на мне сложно заработать, честно говоря. Наверное, за счет вот этого момента, он же плюс, он же их минус. Они не покажут тебе, что ты им неприятен. То есть у тебя ощущение, что тебе все классно, все тебя условно любят, да, к примеру говоря, и это располагает давать деньги. Вот, просто что они на всяких мелочах их, то есть, ну вот в отелях многие там бесплатные вещи могут быть платными. Так. При этом так ненавязчиво. Там, а, там блинчик, раз, там доллар. Ну, так не завидно. Угу. Вот и доллар улетел. Ну, к примеру. И так оно где-то ну, во всех местах. Но правда, вот на природе меньше всего зарабатывает. Например, тоже инсайт, кто не был там в Штатах. Ну, не инсайт, это обычный факт. Там вы можете купить там за $70 билет на год во все парки. О. То есть такого ни в одной стране мира нет. 70 на машину причем, ни одного человека. То есть на одну машину, вот. То есть если ездить по штатам, это очень дорого с точки зрения жилья, там прайса на жилье, с точки зрения еды, то природа, она вот, ну, $70 и вся. Вся ваша. Вот, то есть они вот это как-то на природе все-таки, природа это природа. А все остальное они сгребут по полной денег. За парковку. Самая дорогая парковка в путешествии. По-моему, $14 за 2 часа было. Ого. В Лос-Анджелесе, что-то такое. На город грехів. Місто ну, грехів. Да, Санта-Моніка, по-моєму, пляж такий там є. Вот. Там от $14 парковка. Тобто, хоч не... І без варіантів. Ну, в принципі, це ж популярне туристичне місце. Да, там мільйон машин. Угу. То есть за день они... Так начинают даже с визы, на самом деле, получение визы в Штаты. У них, по-моему, план по отказам есть. Угу. И они каждый там по $100 человека просто собирают. Потом выдают визы. Ну, в общем, ну, молодцы в этом плане. Клас. А чи були якісь курйози під час загальної цієї навколосвітньої подорожі? Да, конечно, были их много, наверное, так что шесть первое в голову попадает. Опять же, с багажом связано. У меня, например, ближе к концу стерлись колеса чемодана. Ого. То есть, в хлам вообще, в отсутствие. И потом уже он ездил так, наверное, что там она осталась, и каждый день я уже думал, ну, лично чемодан новый, конечно, покупать пришлось. Хотя этот ну, подходил по всем параметрам. Ну, или он мог развалиться, наверное, да. Курьез был, опять же, с чемоданами, что-то вижу про вещи в самом начале. А, вот как это, опять же, интересный пример про планирование. Мы вот все вроде спланировали, все сложили. Я вышел с чемоданом, я думал, спортивную сумку брать и чемоданчик. Вышел с квартиры, прошел 5 метров, вернулся, говорю, не, Ань, мы так не поедем, потому что я так не смогу 52 дня. И мы там срочно эту сумку заменили, перепаковали на другой чемодан, у родителей взяли. Вот, то есть, хотя планировали все это очень заранее. Из такого еще смешного... Вы знаете, прикольный момент, вот мы как планировали все, у нас так все и получилось, потому что мы все заранее очень много потратили времени на это дело, вот, и спланировали такие даже моменты, как сон ребенка, ну, условно, да, и у нас все как-то так все гармонично и прошло. Вот единственный курьез, ну, это не курьез, так не состыковка, мы планировали, что мы устанем где-то на 40, там уже в Таиланде, когда мы были, мы планировали, что мы устанем. Мы забронировали на неделю отель в одном месте, это нонс. Ну, то есть мы-то обычно перемещались, каждый день новый отель. Тут мы забронировали в одном месте, там, на 7 дней апартаменты. И думали, что мы просто будем отдыхать, выдохнем. Пляж там есть, ну, подальше от туристических всяких мек. Вот, и все. Мы пришли на пляж, провели там часа 3, наверное. Ребенок там побегал вокруг пальм. И мы поняли, что не, мы не устали, мы не можем так быть. Мы быстро сняли автомобиль, хотя не планировали, сняли авто, набросали маршрут и погнали по Таиланду. Клас. Ну, подорожі дійсно надихають.
Слухай, ти сказав, що ви приділили багато часу саме плануванню. Скільки ви планували ось цю подорож? Ой, наверное, полгода суммарно, mm-hmm. если так взять. Но для примера, чтобы какие-то вообще конкретику, мы вот, у нас был весь маршрут уже проложен, так. И нам надо было просто забронировать отели по маршруту. То чисто бронировка отелей заняла ровно неделю. Mm-hmm. Вот причем уже готовый маршрут, готовый город, даже примерно понимаешь, где живешь. Вот именно просто технически забронировать, там сколько их там, штук 35 отелей было, наверное, заняло Точно. Неделю. Mm-hmm. Вот, а так в целом, ну, не сидеть там ну, сутки напролет, но полгода это занимает. Так, ну і давай вже тоді комерційне питання. Ага, саме класичне. Так, завжди буде цікавити, скільки коштує навколосвітня подорож. Ну так, ти можеш не називати точну суму, я сейчас скажу але про, рамки сказати. Рамки скажу. Смотрите, на самом деле, в чем прелесть кругосветки? В том, что, по большому счету, очень экономишь на авиаперелетах. То есть, например, слетать Киев, Токио, Киев, да, это фактически сделать кругосветку. Так. Просто ты ее дробишь. На вот эти односторонние полеты, у тебя нет возвратного билета, то есть ты все время как бы вперед, но ты в итоге хоп и прилетел в Киеве. Соответственно, ты на самолетах действительно очень мощно экономишь. То есть пролететь куда-нибудь там в Австралию обратно, и ты можешь потратить там те же деньги на самолет, ну не те же, ты точно потратишь те же деньги, что и кругосветку осуществить. Так. Вот, то есть в Европу, понятно, что можно слетать за 20 баксов там условно, да, а тут вот этот показатель. Потом у нас же ребенку не было 2 лет, и он летал бесплатно. Это тоже большой бенефит путешествий до 2 лет, по финансовый бенефит в первую очередь. А так, честно говоря, тут нельзя сказать, сколько стоит, потому что я уже собаку съел на этом всем деле. Мы, в принципе, и по бизнесу организовываю уже после кругосветки, я ушел в бизнес туристический и организовываю путешествия для других. Вот. И тут зависит от качества жилья, уровня жилья, насколько ты сам самостоятельно там жаришь ты яичницу любимой жене с утра сам или идешь и покупаешь ее в соседнем ларьке. Это индивидуально. Это, наверное, индивидуально. Я просто скажу, что там в день, ну, то есть если суммарно обрезать кругосветку до размера там, ну, затраты на день, то они будут меньше вам, чем поездка там, в какой-то хороший отель в Египет. А все подорожи здесь? Просто, что это 52 дня, и вы надо заплатить за 52 дня. То есть, грубо говоря, за 52 дня Египта вам сразу заплатить надо. Ну, к примеру, вот можете себе посчитать. А так это будет порядок того цифры, не больше. Може, навіть десь менше. Тобто кожен переліт, ну, переїзд був на літаку? Чи все ж таки були там автобусні тури якісь, чи на потязі, наприклад, в Європу? У нас, ну, самоліт між странами – це самоліт все-таки, а внутрі стран ми ілі брали автомобіль, в будь-яких странах, везде ми брали, в Європі, в Штатах. Єдине виключення – Японія, кстати, теж цікавий момент по плануванню. В Японії ми десь неділю планували передвіження по железним дорогам. Потому что там суперсложная система, там 8 национальных железных железнодорожных компаний, все не связанные на японском языке. И, в общем, вот неделю разбираюсь. Когда разбираешься, очень все классно и прикольно, реально, там у них просто поезда как метро ходят. У нас метро каждые 5 минут. И ты покупаешь билет на поезд в любой. Так. То есть ты как бы, ну, как мы на обычный поезд, причем он несется 350 км в час, ты проезжаешь там 600 км за день, но ты покупаешь просто проездной, и в этот день на любой поезд садишься, любое место, ну, как-то такая система, надо в него сначала въехать. Вот, поэтому были поезда, ну, лодки где-то там, мы там катались на паромах и автомобили. Знаєш, багато українців подорожують зазвичай в Туреччину або Єгипет. Є такі стандартні от, країни обрали, ну, які найбільш, мабуть, ну, такі підготовлені до туристів і вже стали банальними. Куди би ти, можливо, порадив українцям їхати от, для своєї, можливо, навіть першої подорожі? Ну, хорошо, давайте попробуем. Сейчас Европа, правда, закрыта для большинства. Наверное, хотя бы с той же Европы начать, потому что уже вкусить там вкус самостоятельных путешествий. Если брать вот переход, как вы говорите, от классической пляжного отдыха к более активному, я бы посмотрел на такую страну, которую мало кто смотрит. Иордания есть такая страна. Да. Она, во-первых, сейчас открыта. Ну, ПЦР и там все остальное, но туда можно легко попасть. Она близка для тех, кто привык к жарким, ну, Турция, Египет, тепло, она близка, тоже есть море, тоже Красное море, при желании можно даже там поплавать. И при этом можно качественно там на 5-6 дней сделать классные автомобильные путешествия с Петрой, с пустыней, где снимали марсианина этого Мэтт Дэймона, с греческой, ну, типа греческой, такой другой античностью и так далее. Очень классно, на 5-дневное каньонами, ну, в общем, там действительно очень классная страна, на которую тоже, кстати, смотрят часто как на пляжную просто. Собственно, как с Турцией. В Турции тоже можно круто путешествовать не пляжно.
как и в Египте, в принципе, но было бы желание. Поэтому если вот переключаться куда-то на такой более активный, но при этом делать это плавненько, то Иордания — это один из классных направлений, которые можно использовать сейчас для... Так, ну і хочеться на завершення. Напевно, ти знову скажеш, що це банальне питання, але воно все одно важливе, тому що кожен професіонал своєї справи, він радить щось інше. Чи є в тебе якийсь, можливо, чек-ліст порад або must-have якісь штуки, які повинні знати люди, які їдуть в подорож? Там, можливо, не кругосвітня, але хоча б подорож, щоб там на гроші не нагріли, наприклад, так, умовно, де краще на чому зекономити, щось. Где лучше сэкономить, это приходит с опытом, на самом деле. По каждому пункту я могу тебе выдать целый чек-лист, где лучше сэкономить. Где найти лучшего гида, есть ряд ресурсов, как с жильем работать. Ну, давайте пару все-таки конкретных примеров, там смотрят нас ребята, чтобы посоветовать что-то. Вот по жилью самый частый вопрос. Мой совет – искать их на любых агрегаторах, Booking.com, ну, где угодно. Booking, на самом деле, самый, наверное, удобный, да. Но потом не стесняться находить контакты и напрямую писать в жилье, и напрямую договариваться. Это будет дешевле зачастую, с какими-то бенефитами, ну и интереснее. Единственное исключение – это сетевые какие-то отели, типа Hilton и так далее, там ничего не получится, но это другой немножко класс. То есть если задача сэкономить, то вот можно найти контакт чуть ли на Google просто, в Google там карте, да, любую точку, и напрямую связываться будет намного, ну, на порядок дешевле. Вот. Банальные советы, там, ищите распродажи, авиа и так далее, но, опять же, агрегаторы в этом деле помогают, есть ряд таких вещей. А так, ну, просто путешествуйте, ну, с опытом приходит. То есть ты там, как, чем больше путешествуешь, тем меньше тратишь время на сбор вещей и меньше шансов чего-то забыть. У меня, например, есть там файл, где-то порядок там 30 вкладок с разных путешествий, что мы брали в каждую поездку, и в следующую поездку я не пишу список, я просто подбираю похожее путешествие, копирую и еду с этим списком заново. Вот, например, такой лайфхак. То есть не ленитесь написать, даже если первый раз едете, напишите себе список, второй раз уже будет легче, и на третий вы просто будете пользоваться тем же списком, например. Так, ну, скажи, на твій погляд, що із речей must-have просто у подорожі? Кредитная карточка и паспорт. На самом деле, кредитная карточка, паспорт и, наверное, все из вещей must-have. Если вы, ну, из того, что часто забывают, и нужное, например, да, это если вы автомобильные, ну, водитель автомобиля берете на прокат, то это банально переходники и зарядки для телефонов, чтобы всунуть его в прикуриватель, то, что редко берут, но это надо. Это можно, опять же, купить очень удобно, для, особенно для кругосветки, например, было классно. Это карточки не нашего роуминга и не местных даже пиратов, типа Travel Sima, Dream Sima, уже мои разные, международные. Когда ты одну карту всунул, у тебя по всему миру есть интернет и телефон дешевый. То есть, например, опять же, вот вам пример. Я купил карточку перед кругосветкой, туда бросил 30 евро на связь и потратил из них 5. За 52 дни? Да. Ого. Це, ну, есть, там, можливо, до речі. Да, просто там, ну, где-то просто интернет не супер был нужен, например, местами, но вещь такая интересная. Та и гроши экономить. Ну, идея. Я про экономику. Да, да, да. Вот. А так, не забудьте взять с собой тех людей, с которыми вам приятно путешествовать. Это на самом деле самое важное. Это будет ваш сын, жена, друзья, неважно, незнакомец пусть будет какой-то, который вы чувствуете, что он прям ваш. Потому что с кем путешествуешь, очень важно это на самом деле, с какой компанией едешь. И от этого зависит, на самом деле, исход, насколько это будет эмоционально. Вот. Особенно, если надолго. Например, это, наверное, подытоживая, самый большой инсайт 52 дней – это путешествие, что в путешествия, в большие, особенно в большие путешествия, надо ехать только с теми людьми, в которых, ну, ты как бы либо уверен, либо хочешь проверить. Потому что вот после 52 дней общения вы либо вернетесь с супер близкими людьми, либо вы вернетесь отдельно все. Я так розумію, що ви повернулися дуже-дуже близько. А очень потом, да, из нюансов все сложно теперь оставаться. И на самом деле, особенно после тех дней, поехать сразу там в командировку по работе было очень тяжело. Сумувало. Клас. Да, да, да. Ну і на завершення от хотілося б дізнатись. Ти багато подорожував, вже багато побачив країни, менталітетів, поспілкувався з людьми. Чи хотів би переїхати в якусь іншу країну і в яку? На постійне. Нет, на самом деле нет, опять же, из-за людей. Потому что, честно говоря, в любой стране есть классные места. Особенно в Украине, их тоже безумно много мест прикольных. Вот. Но путешествие тут интересно, все страны действительно интересны. Хочется возвращаться там, где тебя ждут, где твои родные люди. Вот если бы ты спросила, хочешь ли ты переехать в страну, взяв весь свой круг общения, куда-то их перенести, вот так вот, по мгновению палочки, я бы подумал. Родителей, друзей, там близких каких-то, ну, какой-то круг. Если ты мне предлагаешь одному, нет. Ну, или с семьей имеется в виду, нет. Потому что все-таки ты возвращаешься не к там,
родине матери или там к Днепру, ты возвращаешься в первую очередь к одноклассникам, к каким-то вещам, к местам, которые тебе вот с детства, и их не заменить. А путешествовать, ну, можно хоть там 300 дней в году возвращаться сюда, но возвращаться все равно хочется к родным, близким. Клас. І це важливо. Так, так дійсно. До речі, ти перший мандрівник, який саме так і сказав. Тому що ми коли там питали, чи хотів би ти, так, звісно, хотів би там, ну і навіть планував туди, туди, туди. Але от саме про близькість, про людей, про емоційність, ти перший. І це класно. Супер. Альона. Да, дякуємо вам. Дякуємо за таку вам щиру розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був мандрівник-рекордсмен Артем Чепурний. Друзі, дякую, що були з нами. А щоб таких відео було ще більше, не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал. Ну і, звісно, не забувайте поставити лайк, підписати коментарі і обов'язково увімкнути дзвіночок, аби не прогавити новий матеріал. We'll be right back.